Управляемый хаос, июльские беспорядки во время саммита Большой двадцатки в Гамбурге могли спланировать заранее. Так считают немецкие силовики. Полиция провела масштабную спецоперацию. Кого обыскивали и есть ли задержанные, Татьяна Лугунова расскажет. 5 месяцев спустя немецкая полиция ищет организаторов беспорядка во время проведения летнего саммита Большой двадцатки в Гамбурге. На этой неделе силовики провели спецоперацию национального размаха. Масштабы впечатляют: 8 немецких земель, 25 городов, сотни квартир и офисов. Баррикады, горящие автомобили, коктейли Молотова и водометы. Так Гамбург выглядел в июле. В результате беспорядков, которые не прекращались несколько дней и ночей, были ранены сотни полицейских и протестующих, а городу нанесен многомиллионный ущерб. 5 месяцев силовики изучали видео, фото и показания свидетелей и установили главных зачинщиков, членов так называемого «черного блока». Он объединяет группировки крайне левого толка. В операции были задействованы около 600 полицейских, в том числе силовики, которые входят в специальное подразделение, расследующее деятельность «черного блока». В ходе спецоперации полиция изъяла компьютеры и мобильные телефоны. В ближайшее время их содержимое тщательно проанализируют. Силовики предполагают, хаос был спланирован заранее. Члены «черного блока» якобы еще за несколько месяцев начали закупать пиротехнику и балаклавы. Сейчас мы находимся на промежуточном этапе. Нам удалось раскрыть структуру этой организации и приблизиться к ее ядру. Задержания в ходе операции не проводились, но в полиции готовятся предъявить обвинения как минимум 20 активистам «черного блока». Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».